Самый ответственный способ жить — это жить играючи. И совершенно безответственно расхаживать по этой планете с мрачным лицом. Да или нет? Разве это не полная безответственность — ходить повсюду с несчастным выражением лица? Да? И это самое безответственное, что только можно сделать. Так что игривость — это не безответственность. Быть игривым — значит максимально отвечать и отзываться жизни. Когда вы серьезный, вы зациклены только на себе и своей ерунде. Мир и вся остальная жизнь для вас не существует. Вы способны уделять внимание всему вокруг, только когда вы игривый. Только тогда вы по-настоящему отвечаете всему в мире. Иначе это невозможно. Вас подомнет под собой невыносимая тяжесть такого бремени. Вы становитесь полностью порабощены процессами, происходящими в вашем уме, своими мыслями, мнениями, идеологиями, представлениями о правильном и неправильном, моралью. Тогда вы теряете свою игривость. Если вы в согласии с жизнью, с творением или Творцом, вы естественным образом будете